футбол боюнча Кыргызстандын улуттук курама командасы дүйнө чемпиондугуна качан чыгат деген чоң суроо бар. Албетте, ал суроого азырынча жооп бере эрте, бирок дал ошол футболчуларды тарбиялай турган машыктыруучулар бүгүн өзлөрүнүн 2 жылдык ушул билим алуусун соңуна жакындатып барып жатат жана алардын негизги ийгиликтери артта калды дагы бүгүн сертификаттарды алды. Бизде Кыргыз футболдун союзунда стратегиялык планыбыз бар. Анан биз вице-президент, генеральный секретарь, президент, биздин кесептештер анан чогуу жазганбыз ошол стратегический проектти. Анан ошол проекттин ичинде бизде ар кандай направлениялар бар да. Ошонун бири машыктыруулардын образованиясы. Анан биз генеральный секретарь экөөбүз ойлоп жыйынтыкка чыктык. Кантип биз футболду өнүктүрөбүз? Кайсы жол менен барабыз? Анан дүйнө чемпионатына кантип чыгабыз? Ошону ойлонуп, анан биз чечимге келдик. Биздин тренерлерди өнүктүрүш керек. Биз жакшы профессионалдуу балдарды көргүбүз келсек, анда бизде профессионалдуу тренерлер болуш керек. Анан проект, ошо менен проект чыкты, современный тренер деген. Биз ар кандай лицензирование бар да бизде. Лицензия S, B, A, Pro лицензиялар. Анан ошо лицензия C'ден жаш балдар келет, жаш тренерлер. Ошолордун арасынан биз чоң селекция жасаганбыз. Чоң селекция жазап, ошого ар кандай областтарга барып, ошо тренерлерди издеп, анан 30 машыкчылардан биз чогултуп ушу проектти отургузганбыз. Ушу проект бизде 2 жыл өтүп атат. 4 модуль, анан пандемия деген да чыгып калды, ага да карабай биз бир модуль бизде удалённо болду. Бирок азыр мына 4-чү модуль бүтүрүп, биз уже жыйынтыгына чыктык. Эми буйруса күтөбүз эми ушу биздин тренерлер кандай биздин балдарды өнүктүрөт. А вообще откуда появилась идея создания проекта «Современный тренер»? Мы смотрели на зарубежные страны, на страны такие как Бельгия, страны такие как Голландия, и увидели там процент талантливых игроков намного превышает процент талантливых игроков, которые появляются в нашей стране и которые появляются в Центральной Азии в общем. Да? Мы задумались, почему так происходит, почему вроде бы у нас небольшая страна, в принципе, да, немного регионов для того, чтобы можно было все развить. Задумались, почему у нас количество талантливых игроков очень маленькое количество. Если переносить это все в проценты, то дети с 6 до 12 лет, они все одинаковые. Что в Голландии, что в Бельгии, что в Кыргызстане, что в России. Но потом происходит что-то, по причине которого мы смотрим картину, что у нас футбол находится в таком состоянии, где мы не можем и даже предоставить и найти обширный состав национальной сборной. Если переводить это все в проценты, то с 6 до 12 лет мы считали, что в каждой команде, в каждой коробке, где занимаются ребята, есть около 33 или 40% талантливых игроков, которые хотят добиться какой-то цели в определенном спорте. Кичүү жаштан баштап, жогорку профессионалга чейин бардык тармагынан биз үйрөндүк. Үйрөнүү бул нерсени биз практикага алып барабыз, Кудай буюрса үйрөтөбүз. Келечекте, Кудай буюрса, биздин бир максат, бир ой бардык ошол коллегалар болуп, кесиптештер болуп бирге бир максат менен кетебиз, Кудай буюрса.